Ай, всем здравствуйте. Понеслись, вот так гомосит. Дудонькина. Красиво попушкина наша. Все носятся, как свои гайки. Лягушка последнее время прям вообще носится, как молодая. Буся, ну ты-то всегда молодой. Грозный змей. Ай, разборки какие-то наводят. Лялюш, а ты что там на крылечке? Идем к нам, Лялюша. Лялюша. Что ты там заскромничала такая? Встала, стоит аккуратненько. Не идет к нам. Стой, тебя надо погладить, да? Ой, всех надо погладить, всем внимание уделить, да? Ай, ты красавица, красавица. Кошка, скажи, я не разрешала по мне прыгать, да? Прыгает, скажи, скакочет по мне. Ты соболинина. Где твой дом новый, а? Рассказывай. Кто тебя возьмет? Кто такого красотуна возьмет? Рассказывай. Не знаешь пока сам, да? Бусь, ну не... Мне кажется, кошка сейчас тебе по ушам даст. Что такое? Как раскоряка. Фея, слушай, по кошке потоптались, и все же на нее и ругаются. Ну что это такое? Доня, молодец, Миша. Что ты мне по спине массаж делаешь, да? Фейка, тебе не стыдно на кошку все время лаять, а? Бессовестная фейка, маленькая змейка. Соболинь, а? Он нас скребет по спине, говорит, гладь меня, пожалуйста, гладь. Ой, ну, Бусик, еле встала старая коряка. Раскорякая, да? Ай, ты от меня прям не отходит, пацан. Бусик говорит, меня теперь, мать, погладь, теперь меня, моя очередь. Да, милашки, милые букашки. Все, побежали все гулять, отдыхать. Да, милота, да и только. Ну, а всем хорошего дня и прекрасного настроения.